Всем доброе утро. Скажешь доброе утро? Скажи всем привет. Ну скажи. Скажи всем привет. Да. И у меня у нас тут уже с утра пораньше мультики. Девочки, я думала, я сегодня посплю выходной. Угу. У меня сын стал без 5:07. Называется «Мама, собирайся на работу». Уже слышите, у меня машинка стирает. Кстати, вчера постирала его комбез, потому что мы заходили в магазин. Он у меня упал. И прям, знаете, комбинезон, вот сама куртка была где-то от середины грязная, потому что прям было болото в магазине. И штаны где-то вот, ну, практически вот так все здесь грязное было. Еще, кстати, штаны этот мокроваты, надо, чтобы высохли. Здесь я вот эту вот опушку расстегнула, варежки сняла. Здесь у меня моя куртка висит. Так, стирается у меня уже, знаете, эти тряпочки, потому что он у меня, когда разукрашивает машинки тряпками, всеми подряд вытирает, которыми я пользуюсь, да, там, для стекол, для зеркал. И они у меня уже просто не отстирываются вручную, вот поэтому кинула постирать машинку. Надо разобрать здесь вещи, по большей степени Кирилловы. Еще поставить стирку, но уже сначала позавтракаем. Я уже постель вон заправила. Всегда вот не могу, чтобы встать и не заправить постель сразу. Да? Так. Что, сынуль? Что, сынуля? Что? Что? Ну, сиди. Кто тебе мешает? Маме надо с тобой сесть? Ну, мама же не может с тобой все время мультики смотреть. Не сеть, а сядь. Сядь. Да. Сядь. Ну, сядь. Маме надо кашку поставить. Кушать будем? Сядь. Сяду. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Угу. Ага. Не, много мама не может. Сегодня первым делом начала складывать вещи с сушилки, потому что еще предстоит стирка, а место нужно освободить. По сути, здесь вот реально больше вещей Кирюхи, чем моих. Понятно, кто у нас засранчик, да? И сразу решила уже сделать его куртку, то есть вот пристегнуть опушку и сделать сразу варежки поставить, то есть на место. Ну и, конечно, уборка без Кирюхи – это, честное слово, не уборка. Он как увидел, что я собираюсь вещи складывать, стирать, все сам-сам, и причем ему нужно и порошок сам, и включить сам. Кстати, я сегодня с утра, видите, уже сделала себе маску на волосах, но сегодня у меня была маска с оттеночным бальзамом, и я ее продержала минут где-то 25, и вот как раз-таки мы поставили стирку, и я уже смыла ее с волос, и как раз мыла посуду. Уже с полотенцем, да, на голове. Так что два дела, все сразу. Быстренько-быстренько переделать. Посуда у нас только после завтрака. Сегодня у нас на завтрак была каша с изюмом. Кирилл запросил. А мне так вообще это еще проще. Кашу поставил и все. И вот мыл раковину с пемолюксом, потому что я эту неделю как бы мыла раковину, но вот именно само место, где у нас вот эта вот сеточка лежит, там я ее не чистила. Сразу все хорошо помыла. И уже кухня у меня в порядке.
Ну а здесь у меня повторился кадр 2, дубль 3. Вот, девочки, по-моему, я теперь никогда сама спокойно мыть полы не буду, если Кирилл дома. Все, он как только увидел швабру, ему она нужна. Причем, знаете, хочет и мыть, и мультик смотреть. Я говорю, ты или мой, или мультики смотри. Но нет же, ему надо и то, и другое. Но уже где-то я, где-то он. Вот здесь будет момент смешно. Так нагнулся, моет тщательно, что-то там говорит. Ой, девочки, я прям смеюсь. Звука нету, конечно, но прям смешно мне было. И уже думаю, просто, знаете, такой момент, если ему не дать вот побаловаться, так скажем, да, то будет истерика. И дабы избежать этой истерики, мне проще дать, он немножко поиграется со шваброй, а уже после я просто перемою так, как мне надо. Зато ребенок спокоен и дома чисто. Ты что делаешь, Кирюшка? Машинку катаешь. Причем это машинка у нас с садика. Вчера, когда я его забирала, начал хныкать и просить эту машинку. Ну, воспитательница дала, сказала в понедельник принести. Да? Пьет компот. А я начала готовить кушать. Здесь у меня тушится грудка. Так, поджарилась. Теперь немножко надо, чтобы подтушилась. Дала сок. Почистила картошку, лук. Морковка у меня в холодильнике уже чищенная. Хочу, знаете, так сделать, потушить картошку, но немножко с бульончиком по типу такого. И тушеная картошка, и супика а-ля вот такое вот. Готовлю так, чтобы могла есть я. Вот, и Кирюха, да, чтобы не готовить. Что? Ну, иди, играй. Так, а я буду быстренько готовить, потому что, по идее, уже скоро его надо кормить и укладывать. Так, ну что, вот так у меня получается. Уже закинула лук, морковку порезала кубиком. Немножко сейчас поджарится все вместе. И уже приготовила приправу. Вот так, чесночный перец, курица, картофель и, конечно же, соль. И уже буду приступать к тому, чтобы нарезать картошку. И все, отправлю немножко водички. Добавлю, чтобы был такой бульончик. И будет вкусняшка. Еще зелени, конечно же, кину. И все, нам с Кириллом хватит на пару дней, так точно, наверное. Ну, вот так вот получается у меня по факту. Еще не добавила зелень, только вот добавила картошку. Залила водичкой. Немножко больше заливаю, потому что вода-то все равно выкипит. Вот, сейчас оно немножко прокипит. Добавлю потом зелень. Что-то я не слышу Кирюхи. Меня это, если честно, пугает. Пойдемте глянем. Или, знаете, такая барабанная дробь. Или где-то что-то начудил, или все норм. О! А ты что тут, заяц? Чего? Папа тебя пристегивает? Да. Ну, понятно. Кресло твое, да. Бум-бум. Что бум-бум? Да, папа тебя пристегивает, чтобы ты не падал. Что? Он уже себе кровать расстелил, видите? Машинку. А что ты машинку сюда поставил? Зачем? Бо-си. Спать машинка с тобой будет? Да. А машинки разве спят в кровати? Они спят в гараже. У деда же в гараже спит машинка. Ну, а что у тебя в кровати тогда она спит? В гараж надо поставить. Пойдем в гараж ставить. Нет. Балуется. Ну ладно, пусть балуется. Что? Пристегнуть? Ну, потом папа приедет, машинку поставит, кресло пристегнет тебе. Кто ты у меня? Сынуль. Ну. Ты кто у меня, Кирюш? Чё ты закутался? А? Ну, кто ты? Кто? Кто? Ля. Ляля? Да. Ты маленький, что ли? Да.
Да? Ну-ка, покажи, как ты укутаешься. Ну-ка, Лялю, покажи. Покажи Лялю. Лёг, и чё, спрятаться надо? Сам. Что сам? Сам. Что сам? Сам. Боже, ты скоро 3 года. Как ты быстро растешь, сына? Бо. Да. Мё. 3 скоро скажи, мё. Да? 3 года. Мой. Что мой. Твой? Что твой? Мой. Бо. Не твоя эта машинка, это машина садика. Еще. Да, потом нам надо отдать. Угу. Отдашь мальчику? Да. Ну, молодец. Моя хорошая, мы уже с Кирюхой проснулись, я уже собралась, сейчас поедем на площадь, хочу съездить, посмотреть, есть там елка вообще, начали что-то делать или нет. В принципе, число-то уже позволяет, да, скоро 20-е. Да, поедем на машине сейчас. Кирюха больше рад, что мы едем на машину, на машине, на маршрутке. И знаете, так накрасилась, а накрашена себя прям вот так. А, я привыкла себя такую видеть. Обычно только тушь, подводка и бегом. Да, пошли. Так что мы пошли, а вы с нами. Мы уже пришли. Комсомольская площадь наша обычно вот здесь ставят елку. Но ее еще нету. Нету елочки, да, Кирюш? Да, такие только елочки. Еще не наряжают у нас елочку. Что? Идем. Куда идем? Туда? Короче, мы сейчас с этой комсомольской площади нашей уйдем. Обычно ее называют просто комса. Куда идем? А, гулять? Кирюшка, зачем ты туда лезешь? Ну ты же пойдешь. Ой, обезьянка ты моя. Ты обезьянка? Тихонько, скользко. Ну и куда ты полез? Это клумба. Погода, да, и снега. Ребенку нужен снег. Да побольше, по-моему. Ладно, хоть лопатку мы не взяли. Не надо в маму. Не надо. Нет, упадешь. Аккуратно. Ну, давай, давай. Опа! Кирилл, ну это же варежки, это же не лопатка. Бам. Да-да. Мы тут пришли, у нас вырезали 2 фигурки со льда. Что там? Не надо там садиться. А ему все равно, ему побегать бы. Обычно у нас вот здесь вот, ну, попозже это будет, сделают большой-большой такой каток. Горки здесь строят. У нас в этом году еще толком мороза-то не было и снега нету толком. Ну что ты творишь? Дайте снег. У кого-то много снега, поделитесь. Здесь вон вторая фигурка. Не пойму, что с короной. Кто это? Не пойму. Здрасте, это что это ты разлегся? Мама отвернулась от тебя. Ты что разлегся? Вставай. Кирилл, ты хочешь замерзнуть, что ли? Улегся. Это же не лето, зима, холодно. Вставай, вставай. Ангелка делает. По-любому. Девочки, такой кайф немножко выйти, никуда не торопясь, просто пройтись, погулять. Знаете, ну, конечно, он здесь. Ты маму снегом? Маму снегом. Ну, конечно. Вся щека в снегу.
Кирюха здесь, я не знаю, на джазер такой, бегает, носится. Ай, довольный. Ему бы снега да побольше, было бы лучше. Вот, меня ребенок снегом посыпает. Вот. Что делает? Это вообще-то клумба летом. Там цветы растут. Знаете, еще такая ситуация. У меня вот реально сейчас есть желание, девочки, пойти подстричься коротко. А, сдерживает одно, что как бы, ну, впереди праздник. Причем я могу, понимаете, подстричься, пойти вот как вот, вот такую вот длину сделать. Потому что корни уже прилично отрастают, да, я это вижу. А если на работе закладывают, то мне кажется вообще, что я уже темная. А по факту еще не темная. Ну, по крайней мере, себя чуть-чуть сдерживаю. Может быть... А, еще спасает то, что мы сейчас в шапках, там никто толком не видит. Вот, вот, вот это вот меня сдерживает. А то бы уже, честно, пошла подстриглась. Я такая, я могу. Вот. Но когда, правда, последний раз стриглась, коротко, я себя чувствовала дискомфортно. Такое ощущение, что чересчур меня подстригли. Вот. Ну, посмотрим. Не обещаю, то я могу в следующем видео показаться, хоп, с такой короткой стрижкой. Все может быть. Кирюш, пошли? На. Не надо маме. Это снег. Это шапка уже вон падает. Что ты хочешь? Маме снег даешь? Хулиган ты, мама. Девочки, сейчас вот идем по проспекту, знаете, уже в сторону дома. Нам идти прям остановки раз, два, три, остановки четыре. Заодно прогуляемся, да? Не лишнее будет. Вроде бы как бы, ну, 12 число, да? Ну, Новый год впереди. Вроде 12 сегодня. Вот, но у нас вообще проспект не украшен никак. У мамы уже прям... Елка стоит, и как бы поукрашали хотя бы такие улицы, знаете, какие-то, или вот площади, как у нас, вот Комсомольская. А это вообще ничего. Вот только вот магазины свои стеллажи поукрашали, да, гостиницы, если какие-то, тоже поукрашали. А так вообще ничего. Я что-то не пойму, никто не чувствует Новый год. А, ни у кого приближения нету. А, хотела поукрашать квартиру. Но понимаю, что у меня мало украшений и рановато, потому что мне оно потом поднадоестся. Наверное, займусь это на следующих выходных. Да и подкупить что-нибудь надо к этому всему. Вот, посмотреть, что там у нас есть. И я не представляю, как это делать с Кирюхой вместе. Это же будет он в этом пакете и вообще с головой туда нырнет. Кирюх, пошли, пошли. Так что пошли мы гулять. Просит машинку. Как думаете, сдамся? Куплю. Мои хорошие, мы уже дома. Кирюху переодела, а сама сижу. Немножко так подмерзла, но вроде бы нормально. Мы сегодня что-то загулялись прям. Пришли на улицу, уже темно. Сколько времени? Время 10 минут седьмого. Вот, обычно так поздно не прихожу, потому что солнце уходит, у нас прям... Ну, значительно, чувствительно холодно, знаете, стало. Мы зашли еще в пару магазинов. Первый магазин, ну не первый, это был второй. Вот откуда? Fix Price. Машинку ему взяла и взяла себе два контейнера, чтобы брать кушать на работу. А, вот, и были еще... У нас такой есть магазин, мануфактурная лавка. Вот, сейчас покажу, что там купила. И что мы еще? И мы еще зашли в Пятерку, купили молоко. Все, больше ничего. Нагулялись так хорошо. Сейчас покажу, что купила. И пойду готовить уже нам ужин. Сегодня будет ужин не картошка с грудкой, да, что-нибудь другое. Сейчас сварганю, может, салатик, наверное, свой. Кирюха его тоже любит. Так что сейчас покажу, что купила еще. Так, девочки, заходила в мануфактурную лавку. У нас есть такой, знаете, там трикотаж продают. Там есть... Нет, это мамина. Это мамина носочки, сына.
вот такие вот наволочки взяла, чисто у нас есть такая вот одна прям большая подушка, она 70 на 70. И все, которые у меня есть наволочки, они маленькие, где-то вот так вот, да, ну, стандартные. И они просто у меня рвались. И вот чтобы, короче, мне не рвались наволочки, я пошла и купила две. Одну вот такого расцветки. Это, знаете, у нас подушка именно заловская, потому что вот я сейчас прихожу с работы вечером немножко поваляться без подушки никуда. Поэтому и большая такая, но на ней, блин, ну только тут она лежит, когда родители приезжают, они на ней спят. Короче, такая у нас подушка. И еще вот такую взяла. Хотела две одинаковые, вот такие, хотя, ну, так более-менее подходящие, да, под цвет пледа на этом, но не было. И вот такую еще одну взяла на сменку. Они вон стоят 160. Так, фокус, где мой фокус? Потерялся. Наволочка 70 на 7, 100% хлопок, 160. И себе на работу взяла, чтобы вот ходить, такие вот две пары носков. Разноцветные, длинные вот эти, да, а на работу взяла вот такой вот, одни коротенькие и одни вот такие желтенькие, но они, видите, когда одеваете на ноги, ну-ка, вот такие вот прям, вот такие вот, и что они у нас, то здесь по составу, так, 80% хлопка, 78%, нормально, короче, похожу, посмотрю. Все, такие были покупки. Больше ничего лишнего, девочки. Все только то, что надо. И здесь единственное, что Кирюхе киндер купили. Вещи сняли прям мокрые. Машинка красивая? Ну-ка покажи, что у тебя в киндере было. Дай ручку маме. Ту ручку дай, левую. А нет, правую, вру, правую. Колечко у тебя в киндере было, кольцо? Вот так его надо носить. Кольцо. Смотрите, какой у меня здесь помощник. Ты помощник? Уже варятся у меня здесь 3 яйца, грибы жарятся. Ну, Кирилл, дай мама открою, ты все-таки горячая. Нет, мешай. Потихонечку. Уже вон нарезала лук, только убрала, чтобы он не ревел тут от него. Ну, стандартный. Добавлю сюда лук, пережарю. А потом что еще? Натру немного сыра. Что сам? Сам будешь сюда ложить? Да. Фасоль добавлю. И, короче, сметана. Сам. Все сам, конечно. Что? Что? Фасолить? Ну, не сейчас, потом, попозже. Нет, нельзя, она еще не готовая. Приготовиться и будем кушать. Так что сейчас быстренько оформим. Это даже, наверное, получится много, но ничего страшного, останется на завтра. Да, Кирюх? Да. Да. Сметанкой заправлю. Горчица вот эта зернистая. Если есть что-то, я не помню, есть, нет. Вот, и будет очень-очень вкусно. Ну, а что ты размазываешь по сторонам, Кирюха? Ты мой повар, а? Нет, оно не готовое, нельзя. Все, положи. Давай, закрываем. Что? Ну, давай сам. Ну, вот везде сам. Все, закрывай. Умница. Все, ждем. Ну что, мои хорошие, я уже в ванной. Мы с Кирюхой поужинали, немножко повалялись. И уже думаю, смотрю по времени, знаете, что надо идти умываться, готовиться ко сну. Потому что купаюсь сейчас я, да, одни же дома. Вот. Поэтому стараюсь до того, как укладывать Кирюху и купать его, в принципе, да, уже подготовиться ко сну самой. Сейчас так было смешно, когда вот кушали. Точнее, не кушали, а готовила. Да, готовила, пока все нарезала, пока пожарилась. Там лук с морковью, с грибами. И все, Кирилл уже насыпала в тарелку, да, ему же надо остыть. А Кирилл уже сел за стол ложкой по столу, ам-ам. Ой, девочки, таким голодным я его никогда не видела. Он сегодня мне поел только в 12 часов утром, в 12 часов перед сном, получается, как проснулся, ничего не захотел. И мы пошли гулять. Гуляли где-то мы час 40, по-моему, по времени. Получается, где-то так, практически около 2 часов. И все, он пришел, прям голодняк. Еще родителям позвонила по WhatsApp, с ними разговариваю. Ау! Сейчас приду, глазки умою и приду.
Мультики меня зовет смотреть. И родителям позвонила по WhatsApp. И родители с ним разговаривают. Он на них не обращает внимания. Ест, ест. Уже потом, уже ближе, знаете, к тому моменту, когда он скажет все, так скажем, да, когда уже наелся. Он уже начал разговаривать, что-то там как-то вертеться, крутиться. А это до этого прям ложка за ложкой с такой активностью. Ой, занят ребенок был. Все, все, иду. Так что, девочки, быстренько умываюсь. Всех вам благ, всего хорошего. Желаю вам громадного-громадного здоровья. До скорой встречи. Пока-пока.